Друзья, всем привет! Сегодня первое число. Всех трудящихся с праздничком. Вот, те, кто помнят этот праздник по-настоящему. В общем, завтра буду отправлять звезды. Два комплекта поедут почтой России. Потому что там человек написал, там 150 километров ему до СДЭКа. Там деревня Глухомань. Только такое почтовое отделение, говорит там. Вот, и почтальон. Бабушка Божий одуванчик. Вот. В общем, согласился я отправить две посылки Почты России. Еле-еле нарыл коробеху. Такую, чтобы она вот и была и небольшая, и не маленькая. Ну, так вскакивает. Ну так высоковато. Ладно. Можно отправить, да, в такой коробке, запечатать, там на почту отнести. Они там запакуют. Потому что я уже в Москву отправлял как-то запчасти. Вот. Привез, тоже они были чисто замотаны. Говорю, мне отправить. Да, запросто. И давай они соображать, как их запечатать. Предлагали мне какие-то пакеты, предлагали какие-то конверты на запчасти. Я говорю, а что, коробочку, давайте я вас куплю. Это не для того, это не для этого. Вот если бы со своей. Короче, кое-как они там что-то нарыли. Что-то как-то там запаковали, кое-как я отправил. Там времени потерял кучу, поэтому я не люблю эту почту России. Это капец, мужики. Проще прийти со своей, как говорится, тарой, они лентой обмотали и вперед. Вот. Бабульки, конечно, там тоже начали возмущаться. Что так долго? Такой же клиент, как и все. Причем здесь долго, быстро. Вот, поэтому сейчас, друзья, буду делать упаковку самостоятельно. Вот я так прикинул, думаю, ну ладно, вот два штуки есть, они так более-менее похожи там как-то по габаритам, вот, ну я раз отправлю. Но с другой стороны, сделаю я свою упаковку. Вот обычный картон, сейчас сделаю, я уже сделал, друзья, вот одна уже запечатана, вот она. Коробка по размеру, звезды не болтаются, не телепаются. Все как надо. Сейчас единственное только заклеить сюда. Как там она называется-то? Наклеечка и вперед из песни. Коробку буду делать без клеевую, без там скобную, которая просто сворачивается. Ну, надежно сворачивается. Вот она, готовенькая. Размерчик у меня именно под комплекты звезд сделаны. Итак, погнали. Кому интересно, друзья, смотрите. Это очень легко и просто. Ну, мало ли, в жизни всяко пригодится. То есть, в интернете скачал рисунок. Это уже свои цифры. Ширина, длина, вышина. Вышина 8 сантиметров. Вот это. Ну, здесь 7, но я сантимчик оставил на всякий случай. Потому что там подворачиваются, там заворачиваются. В общем, вышина 8. И 14 на 14. Вот она из края в край становится. Вообще шевелений никаких. Может, не разобьют, не погнут, не поломают. Это все-таки Почта России. Вот. И давайте сейчас сделаю по-быренькому из картона. В общем, забабахал я шаблон. Расчертил. Это такой жесткий пластик. Здесь, если видно, вот они тут расчерчены метки. Потом сверлышком, шестерочкой по углам прошелся канцелярским ножом. Где-то он здесь. Вот он. Все это прорезал, вырезал. Здесь для маркера как раз таки местечко отлично. Тут было прямой угол. По 2 сантиметра отступил от края. И так по диагонали. В общем, согласно чертежу. Края вот эти закруглил вот таким здоровым блином подходящим. Вот. Все. Остается, друзья, вот. Она тут чуть-чуть порвана. Ну ничего, это все мы вот так ставим на шель, на вот эту. Равняю. И остается только ее сейчас обрисовать и ножом вырезать. Это все занимает, я не знаю, там несколько минут делов. Давайте сейчас камеру на штативчик. Вот так вот отчерчиваю и вырезаю. И собираю при вас же. Так, друзья, ну, надеюсь, видно, да? Все. Делов тут, я не знаю. Тут, я же говорю, проще сделать самому.
сильно там точно все это дело не обязательно делать. Оно все собирается вообще по красоте. Вот и все. Остается только, мужики, только-только вырезать. Вырезать буду ножом. Просто брать и по линиям обводить. Сейчас лишнее отрежу. Так, это в сторону, чтобы не мешало. Да и погнали. Просто-напросто начинаю вырезать. Я буду вниз кидать, чтобы не мешало. И теперь делаю прорези, друзья. Просто вот где будет сворачиваться. Здесь на треугольниках попроще. А почему шаблон? Да чтоб каждый раз не чертить их, не размечать, не размерять, ну все. И уже конкретно видно подходящий размер листа, какой нужен. Все. Надписи какие есть вовнутрь. А теперь надо, друзья, загнуть их. Я возьму для удобства больше угольник вот такой. Даже можно вот так сделать. Все, можно собирать, друзья. Никаких проблем. Раз, два. Заворачиваем. Чтобы вот эти не выскакивали, вкидываю сразу звездочки. Вот, они придавливают эту стенку. Тут поправляем конкретно. Вот эти не войдут сейчас сюда. Потому что вот звезды, они уперлись. Там вообще снимается что-нибудь. Звезды уперлись вот в стенку. И вот эти сейчас не войдут. Поэтому я их сейчас просто подгинаю, и они становятся сверху. Вот таким образом. Просто беру
и подгинаю вот так. И они как бы становятся на звездочку. Вот так вот. Ну и остается теперь, друзья, вот эти вещи вот сюда заправить. Что-то там мешается. Здесь-то что-то... Ага. Чуть большеватое. Вот такая вот жесткая упаковка внутри получается. При этом нигде там ничего. И очень быстро. Я бы даже сказал, одного размера. Как-то так. Делается быстро, просто, в один размер, тот, который нужен. Вот, как-то так. Все очень просто. Ладно, мужики, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.